лет назад в социальных сетях я обратился к Маргарите Пушкиной с просьбой написать пару текстов для группы Deep Silence, которую я тогда пел. Вот, собственно говоря, с того момента знакомства и произошло. Я играю хранителя времени, играю, пою. Персонаж очень мистичный, глубокий, спокойный, одновременно динамичный. Довольно нечасто мне приходится петь, именно использовать эту манеру пения. Я power metal вокалист, у меня более такие плавные, скользящие линии, скажем так. Но опыт это для меня очень интересен. Было не то чтобы сложно, было необычно. Я не актер, и не часто мне приходится вживаться в какую-либо роль, но музыка оперы, она, не знаю, как-то создавала мне настроение и помогала мне вникать в сущность этого персонажа. Поэтому было непросто, но я надеюсь, что я справился. Я ожидаю, что рок-опера будет иметь большой успех. Ту часть, которая уже готова, которую я уже слышал, ну, не знаю, по-моему, определенно это очень круто.